Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ребятки, всем привет, с вами Александр и мир юрского периода The Game. Мир, да. И у нас есть два таких турнирчика, висят у меня уже второй день, или третий даже. И давайте же их будем выполнять. Так. Так. Кранозаврик. Кранозаврик, его съест дакозаврик. Или даже Дункле его сожрет. Нет, не сожрет. Жизни не хватает. Прикольно. Прикольно. А давайте сделаем ход конем. Так, против него силен. Смотря у кого же будет первый ход. Один, два. Ну, не знаю. Я вот, кстати, качнул ксифокантинчика. Давайте хоть на него посмотрим. Его, правда, сразу съедят. Но мне интересно просто дохликов давайте наберу. Он просто с первого же удара убьет ксифокантина. Ну, если мы будем ходить первыми, то он убьет со второго. А, хотя не уб... Да, убьет. Все равно убьет. Вот сейчас он атакует и убивает. Ну, по крайней мере, мы... Странно. Чего-то он не убивает, он же мог убить спокойненько. Это какой-то неправильный соперник у нас. Ксихофакантин в атаку! Вау, первый раз вижу, как он атакует. Вот первый раз вместе с вами его в бой взял. Прикольная анимация. Интересно, хвост у него, правда, болтается. Не знаю, как будто бы он на крючок попался. Ну, совсем не совпадает движение хвоста в воде с его движением. То есть, как будто бы он не в воде, а где-то вытащили его из воды, на крючок посадили. Так, Архилончик наш знакомый и Стиксозаврик. Архилон. У него 3000 здоровья. Чем его убивать-то? Так. Что у нас здесь есть? Есть Аммонайт. И... Так, кстати. Против Архилона все правильно. А против водного рифовый нам нужен. Рифовый. Давайте возьмем вот так. Какая-то беда с сильными этими у нас. Три тысячи, ребятки, 3000. Это нужно ударить его очень прилично так. На 5 ударов. 4 не хватит. Так, сколько у него сейчас баллов будет? Один в защиту. У него 5 баллов. Поставит один в защиту. Кто бьет сильнее? Бьет сильнее псев. Ух, смотрите, как мешок с песком. Уп, на дно. Раз, два, три, четыре, пять. Убил. Один добавил. Ну, у меня есть запас в один динозаврик, потому можно так в тютельку попробовать попасть. И мы попали. Ух, какой Архилон, блинёк. Фредди Крюгер. Крюгелон, а не Архилон. 3 балла атакуют. Совсем на фигню. Он 35-го левела. Ё-моё, блин, какой-то жирный, как гибрид какой-то. Пять в защиту. А теперь в защиту сколько? Ну, вот сейчас, когда он остается последним, он компьютер может какую-то ерунду выдать. Обычно вот вообще может в ноль в защите сейчас стоять. А может поставить и 4, но это редко бывает. У нас все по классике у нас. И давайте сейчас его сделаем пару дырочек в его панцирях. Подожди, они пофиксили или нет? Я не обратил внимания. Архилон был четким или замыленным? Вот когда он падал, он уже был замыленным. Ну так, в воде.
Так, идем дальше. Ну, у нас просто офигенская такая яркая, красочная, эх, запоминающаяся троица у соперника. Эдестус, который в кошмарах может сниться. Лио Плевродона, ну, один из моих, да, наверное, вот Плезиозавр и Лио Плевродон. Мои два таких были самых любимых. Ну, еще Ихтиозавр, ну, я его знал давно, но не очень особо любил. В общем-то, Лио Плевродон и Ихтиозавр, не Ихтиозавр, Плезиозавр, мои два любимых водных. Так, ну и Мегалодон. Ну, Мегалодон это акула, она вымерла не так уж давно, лет 10 тысяч назад примерно. И давайте, давайте будем с ними воевать. Так, против водички нужен риф. Ну, я в Кранозавре уверен, что он справится. Но просто сравните, сколько здоровья. Сколько здоровья. Что-то у меня таких жирных нет. У меня, ну, аммонит был жирным, но у него удар слабый. Так, против рифового Донкли я его таки прокачал. И ну и водяного возьмем. Такой у нас примерно будет расклад. Потому что сильных рифовых ну нет. Вот кроме кранозавров. Надо хоть бери докачай второго кранозавра. Не рычи. Эдестус, сейчас тебе будет Капестус. Так, один. У него три. У меня три. Так, у него три плюс три, шесть. О, то есть у него два в защиту стоит сейчас. Стоит два в защиту, да? Раз, два. 3-4. Ну, вообще прекрасно, конечно. Кранозавр супер просто. И у меня 4 в защите, он, по идее, должен меня атаковать на 6. Вот, если меня атакует не на 6, то он читер. На 6. Тютелька в тютельку. Блин, ну мелко, так мелко выглядит Лео Плевродон. Ну, хоть ученые уже там подумали и сказали, что он был все-таки не таким большим, как был прогулках с динозаврами, но тем не менее он был большим. Так, он атаковал на 6, у него было 8. Раз, два, три, раз, два. Покойничек. Пойдешь на ил в окаменелость откладываться. Вот так. Отправили в окаменелость. Так, появляется у нас Мегалодон. У него здоровья, кстати, немного. Давайте попробуем его сейчас же и вынести. 5 должно хватить. Крутой вираж, как на американских горках. И мы справились. Нанесли ему вдвое сильнее удар, чем ему нужно было. Хорошо выглядит прокачанная на 40 уровне рыбка. Такая, как будто бы действительно на ней латы из металла какие-то бронированные. Брендированный. Так, с этим мы справились. И у нас теперь махонькие ужастики. Ё-моё, я, по-моему, скриншот не сделал. Ну ладно. Потом у нас был стандартный турнир. Ничего особенного. А теперь у нас махонькие ужастики. Так, как мы будем с этими ужастиками справляться? Ну, давайте пока будем пробовать. Ой, стоять, они же слабые. Чё это я убираю? Что это я такое набрал? Деплотатора возьмем. Саркозуха возьмем. И есть у меня летун, у меня есть он летун 30-го. Ну, пусть будет так. Выбираем на свой вкус и цвет, как говорится, и цвет. Ой, деплотатор здесь мега сильным оказался. Упс. Эх, какие красивые, сочные велосираптор.
был, пока картинка не изменилась. Так, ихтиостега. Давайте рискнем. Воля. Да, прошло все. Даже, наверное, лишний был один. Давай, Раптор, давай. Ну да, блеска сейчас на Рапторе стало меньше. После переключения графики. Еще раз рискнем. Кто рискует, тот побеждает. Вуаля. Ну, по-моему, все-таки игра стала идти ну, обновлений уже не первых, игра стала идти лучше. По-моему, раньше она, наверное, не умела переключать графику, упрощать. Теперь она это умеет. Так, у меня кто же будет у нас там в следующем турнире, если уже на 40-е идут. Идут 40-е. Так, так. И вот так. В бой. Прам-пам-пам, прам-пам-пам, прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, кстати, кто заметил, у меня уже было генов в половину меньше, чем у меня было раньше. Потому что я накупил гибридиков. Так, ну у него всего 3 балла. Давайте сделаем так. Не знаю зачем. Теперь у него 5. Меняемся. Атакуем на 2. И еще на 2. Ну, на всякий случай. Ух, надо было 3, представляете себе? Ну, это просто нонсенс. Так, сейчас он сменится на Димитродончика и атакует на 5, наверное, да? И атакует на все 5. И атаковал на 5. Так, я атакую его на 2. 4 сохраняю. Все, тютелька в тютельку у нас. Можно было и Димитродоном атаковать, но потом с Птерозавром было бы справляться нечем. Ну, с Диморфодоном имеется в виду. Так, что у меня какие-то расклады такие непонятные. Ну ладно, давайте тебя будем съедать. 3, раз, 2. Раз, 2, 3. Как раз. Ой, нет, не как раз. Я 2 накидывал, а надо было 3. Так. Раз, 2, раз, 2. Вот теперь в ягодку. Опа. И давай, Унайзаврик, ну что ты можешь, что ты покажешь? 6 баллов. Ну, атакуй на все 6. Не хочешь? Не хочешь атаковать на все 6? Я хочу на все 7. У тебя был шанс. Мог бы хотя бы ихтиостегу забрать с собой. В отложение. В отложение юрского или мелового периода. Или триасового. Не ихтиостега, это вообще древнее существо. Оно еще до динозавров было. Ну и да, и, как я и говорил, и у нас такой ядреный набор. Так, но по крайней мере, можем чем-то с ними пободаться. Я в шоке, Индоминус прямо отдыхает. Вот так, вот так. Так, нет, он подменится, вот так. И вот так. В бой. Ну,
Ну давай, давай, меняйся, меняйся. Полторушечка. Тридцатый. Крутозаврик. Так, что ты нам хочешь показать? Два. Ну, ничего ты нам не хочешь показать. Кусь на два. Ха-ха, я знал, что ты нам не поставишь ничего в защиту. Так, у него 5 баллов. Он ничего не предпринимает. 5 баллов. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте прикольнемся. Я его, по идее, должен убить. Зухариптер у нас для других целей. Давай, давай. 8. На 6. На 7. Угу. Да, потому что 2 баллов, 2 удара по 1000 не дают 2500, они дают, наверное, 2400. Так, 7 баллов. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сделаем всем по одному. Так, он сейчас меня атаковать не будет. А я его круто завриком съем. На десерт пойдет. Да, блин, ну вот был крутозавр. Вторым по силе после Индоминуса. А теперь. Он только с бонусом имеет такой же укус, как был у спинораптора. Без бонуса. Все, съели. И кицекатли нам дали. В общем-то справились, ребятки, немножко заработали, всего понемножку. Так, наверное, не помню. Следующая серия будет либо про схватку 67 и 68, либо про гибридов. Так что всем пока-пока.